Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info. Перед нами Samsung Galaxy A03s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как выключить автоповорот экрана на этом телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы свайпаем по экрану вниз еще разок. После чего здесь нажимаем на автоповорот. Мы его выключаем, включаем. И все, нажав на него, мы раз выключили, второй раз нажав, включаем. Если он горит синим, значит он выключен. И на этом все, вот так вот простенько это делается. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!